Ребят, всех приветствую себя на канале Мир Биткоина. Сегодня хочу вернуться к проекту под названием Abyss. Как вы помните, я уже снимала два видеообзора на данную компанию, но в принципе она меня очень заинтересовала, и я решила еще один снять видеообзор для вас, потому как сегодня, 16 апреля, началась главная продажа токенов Abyss данной компании. Поэтому сегодняшний видеообзор будет нацелен непременно на регистрацию при покупке токенов, на детали токенов. Sale. Если же вы хотите посмотреть видеообзор ознакомительный о компании Abyss, переходите непосредственно по ссылкам, которые я оставляю в описании на мой первый и второй видеообзоры. Также вы можете их найти у меня на канале под названием «Мир биткоина». Напоминаю, что компания Abyss – это платформа цифровой дистрибьюции нового поколения, на которой представлены игры всех жанров. По поводу продажи токенов, как вы видите, сегодня она начинается непосредственно через 3 часа и будет длиться до 16 мая 2018 года. То есть выделено всего лишь на продажу токенов 1 месяц. Стоимость одного Abyss будет составлять 8 центов. Вот, в принципе, данная компания принимает Ethereum и токены BNB. Стоимость в этих токенах и в Ethereum будет установлена за несколько дней до токен сейла. То есть, в принципе, эту информацию можно найти на официальном сайте, потому как она уже установлена. В зависимости, конечно же, от рыночного курса. Soft cap составляет 6 миллионов долларов. Также максимальное количество выпущенных токенов — это более 900 миллионов 625 тысяч. Также hard cap составляет 18 миллионов долларов и, в принципе, плюс 300 тысяч BNB токенов. В принципе, Ethereum — это минимальный взнос составляет 0,2, первый максимальный взнос составляет 20 эзериумов, и в принципе максимальный нет предела. Токены BNB приемлемы только лишь для международных участников, не американских, как вы видите, и в принципе размер минимального платежа составляет 1000 BNB токенов. Что бы хотелось еще отметить по поводу бонусной программы. Как вы видите, в течение 2 дней первого ICO будет действовать 48 часов, будет действовать скидка 25% на приобретение токенов. После этих двух дней от 3 до 7, то есть неделя, прошедшая ICO, будет действовать 15% бонусная скидка. Далее от 8 до 2 недель, до 14 дней, 10%. И непосредственно уже приближаясь к завершению, с 15 по 21 день ICO будет действовать 5% скидка. И как вы видите, последние 9 дней непосредственно с 21 и по последний, вот в принципе не будет действовать никаких бонусных процентных скидок. Поэтому успейте приобрести ваши желаемые токены вот по бонусной процентной скидке, потому как если вы заинтересованы в данной игровой платформе, если вам интересен этот проект, то вас не может не интересовать токены компании Abyss, потому как они имеют очень множество преимуществ. По поводу распределения токенов мы с вами можем увидеть, что 21% выделен на советников, 1% на баунти, 18% на резервный фонд, 20% фонд развития и, конечно же, самое наиболее процент, 40% это выделено на непосредственно продажу токенов. Использование средств у нас наиболее количество на маркетинг выделено. Далее идет инфраструктура 20%, 15% разработка и дистрибьюция видеоигр. 25%, я считаю, это наиболее выгодное выделение процентов, это разработка платформы, 5% резерв и 5% юридические расходы. То есть вы видите, данная компания Abyss сделала все возможное, чтобы более справедливо и более рационально использовать токены данной компании, использовать средства и, конечно же, все это сделать более уравновешенным. Также хочу вам напомнить, что более детально с токенами и с преимуществами их вы можете ознакомиться непосредственно в моем видеообзоре, а также, конечно же, white paper, здесь он русскоязычный, об этом я уже говорила, что здесь непосредственно выделено по содержанию о токенах, вот, и, в принципе, здесь вы можете посмотреть вот приоритеты токенов на 15 странице, посмотреть и ознакомиться это более детально, потому как выделено полностью раздел.
Что ж, хочу вам показать еще, в принципе, как можно зарегистрироваться на данной компании. Вы всего лишь вводите свою почту, вводите пароль и, конечно же, подтверждаете второй раз пароль. После чего вы создаете аккаунт. Вот, в принципе, можно войти. Вот вы видите, мне пишет, что я уже, в принципе, зарегистрировалась в данной компании. Но просто вы также регистрируетесь, подтверждаете на почте ваше письмо, после чего вы являетесь зарегистрированным пользователем непосредственно в данной платформе. Как вы видите, я, в принципе, у меня баланс токенов 0. Вот, но я, в принципе, еще не успела принять участие в ICO, так как оно начинается через 3 часа. И непосредственно вам также можно зарегистрироваться, а уже через 3 часа пополнить ваш баланс, вот, и, конечно же, приобрести в токенах BNB или же Ethereum ваши токены Abyss. Вводите, конечно же, свой кошелек, вот, в принципе, даете заявку на QS, то есть проходить нужно верификацию, вот, также вас добавляют в whitelist проекта, и, конечно же, вы смотрите, что вы можете внести и приобрести, какие ваши токены. Здесь можно посмотреть, как изменить пароль, то есть все это более доступно, и все, в принципе, это есть на условиях, на всех, в принципе, требований данной компании, поэтому здесь ничего сложного нет. Также есть OnePager, если хотите более в сжатом виде ознакомиться с данной компанией, то есть если у вас нет времени для ознакомления более детально с моим видеообзором, либо же с технической документацией, то, в принципе, для того, чтобы понять всю его суть, нужно перейти на свой OnePager, прочитать и уже, в принципе, непосредственно принять участие, если вы это желаете. Хочу сказать, что данная компания является очень преимущественной, меня она, в принципе, заинтересовала, я отслеживаю все новости и детали продажи, в принципе, все преимущества данной компании, потому как с каждым моментом, с каждым этапом они расширяют свой круг. Что ж, напоминаю, что через 3 часа у вас уже будет возможность непосредственно приобрести ваши токены по вашей желаемой бонусной процентной скидке, вот, которую вы сможете приобрести. Поэтому не спешите делать выводы, в принципе, ознакомьтесь более детально и тогда уже приобретайте токены Abyss, чтобы, конечно же, быть участником игровой платформы. Спасибо, что были со мной. С вами был Мир Биткоина. Если у вас вдруг будут какие-либо вопросы, пишите их под этим видео, оставляйте свои комментарии. Также пишите в Telegram, пишите в INN-ветке. И, в принципе, на этом мой видеообзор считаю закрытым. Спасибо, что были со мной. С вами был Мир Биткоина. Всем пока!